Привет, как дела? Меня зовут Кенховен. That's about all the Russian I know. Это все, что я знаю по-русски. How many were at the seminar in Portland this week? Кто из был на семинаре в Портленде на этой неделе? How many were not there? А кто не был? How many do not understand the question so far? Кто не поняли, о чем я спрашиваю? Okay. My name is Kent Hovind, has been for a long time. I was a high school science and math teacher for 15 years. Меня зовут Кент Ховинд, и так было долго уже. И я был 15 лет преподавателем, преподавал науку в старших классах. I moved to Pensacola, Florida, 1989. В 1989 году мы переехали в Пенсаколу, Флорида. And soon thereafter began a ministry called Creation Science Evangelism. И вскоре начали миссию, которая называется евангелизм научного креационизма. We answer questions about the science and the Bible. И вот вопросы, которые научные вопросы, которые есть в Библии. I defend the position that the Bible is scientifically accurate. Я защищаю позицию, что Библия научно точна. I've had 107 debates now against atheists. У меня было уже 107 дебатов с атеистами. The guys are a lot smarter than I am. Они намного умнее меня. But I beat them real bad. Но я их очень хорошо одолеваю. Because I'm right, they're wrong. Потому что я прав, а они не правы. There is a God, and He made the world. Есть Бог, который создал мир. And what I try to do is strengthen your faith in the Word of God. И что я намерен сделать, это укрепить вашу веру в Слово Божие. But today I want to talk about something different. Сегодня я хотел бы говорить о чем-то другом. I have preached in Ukraine, and Moldova, and Romania. Мне приходилось проповедовать в Украине, Молдове и в Румынии. I saw the churches were as packed as this one is. Я видел церкви, которые были наполнены, как сегодня. My son Eric married a Ukrainian girl. Мой сын Эрик женился на украинской девушке. I have spoken at many Russian-speaking churches. Я во многих русскоговорящих церквях говорил. And I've noticed something that concerns me. И я заметил нечто, что меня беспокоит. Many Russians come away from the persecution in Russia and come to America. Многие русские ушли от преследования в бывшем Союзе, переехали в Америку. And not all, but many lose that love for the Lord. И не все, но многие теряют вот эту любовь к Богу. I talked about that this morning at the church. Об этом мы сегодня говорили утром в другой церкви. And I think I know why. И думаю, знаю почему. How many of you were actually lived in Ukraine or Russia or one of those countries? Кто из вас жили в России, Украине или в одной из этих стран? How many of you, when you came to America, discovered you can make more money over here than you can over there? Кто из вас обнаружили, что придя в оказавшись в Америке, вы можете больше зарабатывать, чем там? Lots more money in America, right? Намного больше денег в Америке, правда? The church I spoke at in Ukraine, the pastor made $100 a month. Церковь, в которой я проповедовал на Украине, там пастор зарабатывал $100 в месяц. I want to talk to you this morning about how to make money. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как зарабатывать деньги. And spend it God's way. И направлять их Божьими путями. Last summer was my wife and I's 42nd anniversary. В прошлом летом мы с женой отметили 42-ю годовщину с моей женой. We figured out how much money we have spent since we have been married. И мы просчитали, сколько денег мы потратили с тех пор, как поженились. We have spent all of it. Мы потратили их все. How many of you have done the same thing? А у вас такое было? There is whoever said easy come, easy go, only got it half right. Тот, кто сказал, что деньги легко приходят, легко уходят, он наполовину прав. The Bible says money answereth all things. В Библии есть написано, что за все отвечает серебро. The Bible says they built the wall in Nehemiah's time because the people had a mind to work. А Библия говорит, что во времена Неемии была построена стена, потому что у людей был настрой работать. If a person is willing to work hard, especially in America, they can make a lot of money. Если вы хотите готовы работать и усердно работать, вы можете в Америке особенно заработать. Psalm 62 says, "The Lord will render to every man according to his work." И в 61-м псалом говорится, что Бог воздаст каждому согласно его работе. One man said, I believe in luck. Один человек сказал, что он верит в удачу. The harder I work, the luckier I get. Чем больше я работаю, тем более я удачен. You can work hard and make a lot of money.
Да, можно работать усердно и можно много зарабатывать. Proverbs says even a child is known by his doings. В притчах написано, что даже ребенка можно узнать по его действиям. You can tell pretty early in life what kind of worker a child is going to be. И с раннего детства уже можно определить, каким работником этот человек будет. There are four kinds of workers in the world. В мире есть четыре типа рабочих. I have hired well over 1,000 people to work for me over the years. За годы служения на меня работали более 1,000 человек. I've been trying to hire Tatiana to come be my secretary. Я уже старался Татьяну принять на работу, нанять ее как секретаря. But she is not listening to the Lord. Но она не слушает Господа. There are four kinds of workers. Четыре вида рабочих. The first worker, he can see what needs to be done, and he does it. Первый тип. Люди видят, что должно быть сделано, и делают это. A number one worker can walk into any room and see 30 things that need to be done. Рабочий номер один может войти в любую комнату и тут же увидеть 30 вещей, которые должны быть сделаны. Those kind always become the boss. И таковые становятся потом начальниками. If you hired in at McDonald's today, если вас наймут сегодня на работу в Макдональдсе, after a few weeks of training, после нескольких недель обучения, you should be able to walk into work, вы должны будете уже, придя на работу, and notice the straw rack is empty. И тут же заметить, что вот эта полка, где трубочки, пустая. Table number 7 needs wiped off. Стол номер 7 нужно протереть. The trash needs taken out. Мусор нужно убрать. The front doors need washed. Помыть переднюю дверь, входную дверь. You just notice what needs done. Ты замечаешь, что должно быть сделано. That can be a curse. Это может быть и проклятием. Some women can't go in any room and be happy. They just have to see everything that needs done in the room. Иногда женщины не могут быть счастливыми, потому что они постоянно видят, что что-то еще нужно сделать в любой комнате. My wife is that way. Такая моя жена. We go for a walk down the street. Мы прохаживаемся по улице. And she notices the leaves and sticks in the neighbor's yard. И она замечает всякие листики во дворе у соседей. She says, "You should go pick that up." И она говорит мне, надо их убрать. No, I have my yard to pick up. А я говорю, у меня есть мой двор, я там убираю. They can pick up their own yard. Пусть они убирают у себя. But a number one worker, he can just see what needs to be done, and he does it. Итак, рабочий номер один видит, что должно быть сделано, и делает. This applies in the spiritual realm too. Это также относится и к духовной жизни. Can't you see when your neighbors need someone to witness to them? Вы не видите ли, что ваши соседи нуждаются, чтобы им кто-то засвидетельствовал? Can't you see when missionaries need more support? Вы не видите, когда миссионерам нужно больше поддержки? The Bible says, when Jesus saw the multitude, he was moved with compassion. В Библии написано, что Иисус, увидя толпы народа, сжалился над ними. Why wasn't he moved with compassion before? Почему он не сжалился раньше? Sometimes you have to see the need to feel the burden. Сначала нужно увидеть нужду, чтобы потом почувствовать, как она у тебя горит. A number two worker, he comes and asks, "Hey, boss, what can I do next?" Рабочий номер два. Подходит к начальнику и говорит, начальник, что сделать следующее? I love those kind. Я люблю таких рабочих. I hire as many as I can find. Я нанимаю всех, которых можно найти. You give them a job and they do it. Даешь им работу, они делают. And they come say, I'm done, what's next? Приходят и говорят, я уже все готово, что следующее делать? It would be better if they were number one worker. Было бы лучше, если бы они были рабочими номер один. They could just see what needs to be done. Чтобы они увидели, что должно быть сделано. I could stay gone and travel and preach. Чтобы я мог уезжать, проповедовать, путешествовать. And come home and everything is done. Приходить, возвращаться домой, а на работе все сделано. Yeah, they do all the work and I take all the credit. Они делают всю работу, а мне все успехи. It works out great that way. Очень хорошо работает. A number three worker must be asked. Рабочий номер три, его нужно просить. He won't do anything unless you ask him. Он не сделает, если его не попросят. You give them a job to do. Дайте им работу. They do the job. Они ее сделают. And they go sit down. И потом садятся и сидят. Then you have to go ask them, would you go do another job? А потом ты подходишь и говоришь, может быть, ты еще что сделаешь? No, yes, sir, no problem. Да, нет проблем. They will do what you ask, but only what you ask. Они сделают, что просите, и только то, что просите. How many have seen some of those before? Сколько из вас видели таковых раньше? Number four worker must be found in order to be asked. А рабочий номер четыре, чтобы его попросить, его нужно еще найти. Now, sadly, these are usually the smartest ones. И, к сожалению, это самые умные, сообразительные. They've learned how to avoid work. Они сообразили, как избежать работы. Some kids learn this early in life. Некоторые дети об этом знают уже с раннего детства.
They look at the watch and say, it's 4:30. Они смотрят на часы и говорят, уже 4:30. Dad comes home in a half hour. Папа вернется в 5 часов, через полчаса. I better be gone. Лучше я уйду. Or he will give me a job to do. Или он найдет для меня работу. Those are the four kinds of workers. Вот 4 вида рабочих. What kind of worker are you in the Lord's kingdom? А кто вы в рабочем, в Божьем царстве? Can you see when someone is discouraged and needs encouraged? Вы видите, как кто-то расстроен и ему нужно вдохновение? Can you see when someone needs some financial help? Вы видите, когда кому-то нужна финансовая помощь? Can you see when your pastor needs to be encouraged? Видите, когда вашего пастора нужно поддержать? I went last night to visit your pastor for what, about an hour we were there. Вчера вечером мы вдвоем посетили вашего пастора. He was so glad to have the visit. He was so glad to have the visit. А он очень был рад, что его посетили. He is doing much better. И ему намного легче уже. He's an amazing man. Он очень хороший человек. You should be looking for things that he needs to be that he needs done. Обнаружьте сами, чем ему можно помочь. Maybe you should just quietly wash and wax his car. Может, кто-то из вас поможет ему помоет его машину. Or mow his grass. Или покосит траву. Or put the new roof on his house. Или перекроет ему крышу на доме. Or whatever he needs. Или что там, какая нужда есть. Our job as Christians is to see what needs to be done and do it. Мы, христиане, должны видеть, что должно быть сделано, и сделать. This is more of a mindset than anything else. Вот как это должно быть у нас в мышлении, прежде всего. Are you trying to do as much as you can for the Lord, or as little as you can for the Lord? Для Господа сделать. Вы стараетесь как можно больше или как можно меньше? I don't know. Я не знаю. You have to live with yourself. Вам придется жить самим собой. And you will have to be judged before God. И перед Богом вы будете на суде. And so will I. И я также. I am concerned about that day. И я переживаю за этот день. God's going to say, Kent, I gave you this much. Бог скажет, Кент, я дал тебе вот столько. And you did this much. А ты сделал столько. And what happened to the rest? А что произошло? Почему эта разница есть? They called me in grade school in the principal's office in eighth grade. В восьмом классе меня вызвали к директору. The principal said, Kent, we just took IQ tests at the school. Директор говорит, Кент, только что у нас был IQ-тест в школе. You have the highest score we've ever had in this school. У тебя самый высокий балл, который только когда-либо был в нашей школе. Then he laid my report card on the desk. И он достал мой report card. He said, can you explain this? Ты, говорит, можешь это объяснить? I said, yes, sir. Я сказал, да, сэр. I am lazy. Я лентяй. Next question. Следующий вопрос. What is God? What has God given you? Что Бог дал вам? Everybody has some kind of talent they can use for the Lord. У каждого есть хоть какой-нибудь талант, который можно служить Богу. You better ask God what it is and do it. Лучше спросите Бога, что это за талант, и используйте его. Maybe you can sing. Может быть, вы можете петь. Maybe you can evangelize. Может быть, можете евангелизировать. I don't know of anyone in the Russian-speaking community doing creation seminars. Я не знаю никого в русской общественности в Америке, кто мог бы, кто делал бы, проводил бы семинары о сотворении. We need a lot more people doing this. Нам нужно намного больше людей, которые могли бы это делать. Before they took me to prison 9 years ago, до того, как меня забрали в тюрьму 9 лет назад, I was getting 50 calls a week asking me to come speak. Я получал по 50 звонков в неделю, приглашения прийти, провести, проповедовать. Where's everybody else? А где все остальные? Find something to do. Найдите работу. When I was teaching in Longview, Texas, когда я преподавал в городе Лонгвью, Техас, I asked the wise older man in the church a simple question. Я задавал более мудрым, более старшим братьям в церкви вопрос. I said, how do you know God's will for your life? А как вы определяете Божью волю по отношению к вашей жизни? He said, oh, that's easy. Он сказал, о, это легко. I said, oh, let me write this down. Ой, я сказал, ну-ка я запишу. He said, you don't need to write this down. Говорит, не записывай. You want to know God's will for your life? Знаешь, хочешь знать Божью волю для своей жизни? I said, yes. Я сказал, да. He said, find a need and fill it. И он говорит, найди нужду и заполни ее. What does the world need? Что, в чем нуждается мир? Does the world need more carpenters? Нужны ли миру больше плотников? Do we need more cement finishers? Или же работников по цементу? Do we need more plumbers? Или же сантехников? What does the world need? Что нужно миру? He said, don't tell me.
Don't tell me. Он говорит, не говори мне. You go home and talk to the Lord about that. Вернись домой и поговори об этом с Богом. I went home and and wrestled with God. Я вернулся домой и боролся с Богом. That comes into the next part of the message today. И об этом будет следующая часть проповеди. How do you spend your money? Как тратить деньги? Not only your money, but your life. Не только деньги, а вашу жизнь. Your time. Ваше время. Every one of us has 24 hours in a day. У каждого из нас есть времени 24 часа в сутки. Does anybody have more than that? У кого больше? How are you going to spend your time, your energy, and your money? А как же вы будете тратить ваше время, ваши деньги, вашу энергию, ваши силы? There are four things you can spend your time and energy and money on. Есть четыре типа вещей, на которые вы можете все это направить. You can spend your time and money on things that last a few hours. Например, можно потратить на вещи, которые продлятся несколько часов. If you gave $5 to a five-year-old child, и, например, вы дадите $5 пятилетнему ребенку. What is the first thought that comes into his mind? Какая первая мысль будет у него в голове? Something for the mouth. Что-то для своего рта, да? Candy, food, right? Конфета, еда. He cannot think past a few hours. Он не может думать дальше нескольких часов. How many of you could go out and eat, out to eat, and spend $20 on yourself on one meal? Сколько из вас за один обед проедят $20? Is it possible to spend $20 on one meal on yourself? Это возможно, $20 потратить только на себя, на один обед? Easy. И легко. 6 hours later, you are hungry again. Через 6 часов вы снова голодны. And your $20 is gone. А $20 исчезли. Can you fill yourself up with 50 cents worth of borscht? А можно наесться борща, который стоит 50 центов? And 6 hours later, you're hungry again. Через 6 часов вы снова голодны. But you have $19.50 in your pocket. А теперь у вас $19.50. Things that last a few hours are not a good investment. Вещи, которые длятся несколько часов, не являются наилучшими для инвестирования. How much money have you spent in your life on food or toys or games? Сколько из вас тратят деньги на еду, игрушки и игры? If you had all of that money back right now, how many of you could buy a really nice car? Если бы все сейчас это вернули себе, все эти затраты, у кого бы хватило на хорошую машину? It's easy to spend $20 on one meal. Не так уж тяжело потратить $20 на одно блюдо. How many can spend $20 in one day playing arcade games? А сколько из вас мог потратить $20, играя в архаичные игры? I've seen many kids do that. Я вижу, что дети это делают. What do they have the next day? А что будете делать дальше? Nothing. How many could spend $400 in one day to go see the Super Bowl? А кто из вас потратит $400 за день, чтобы посмотреть Super Bowl? Someone said it's more like $1,000 to go see the Super Bowl. Кто-то говорит, что тогда нужно $1,000. You have your ticket to get there. Только билет, чтобы туда пройти. The ticket to get in. Билет, чтобы войти. The $10 hot dogs. А потом $10 хот-доги. The $5 Pepsi. $5 Pepsi. If you spend $1,000 to go see the Super Bowl game, what do you have the next day? Если вы сегодня на Суперболе потратите $1,000, что на следующий день осталось? Nada. Nada. Ничего. Number three, you can spend your money on things that last a few years. Есть вещи, номер три, на которые длятся несколько лет. There are a lot of things that last a few years. Их много. Clothes. Одежда. Cars. Машины. I've had 131 cars. У меня была 131 машина. Never had a new one. Никогда не было одной, новой. But I like to get cars and fix them up. Я люблю покупать машины и справлять их. How many of you ever put more than $1,000 into a car that when you got done it was worth about $500? Сколько из вас могут потратить $1,000 на машину, а потом пока и поездить, она уже 500 стоит? My van is that way. Такой у меня van. It has 230,000 miles. На нем уже 230 тысяч миль. There's a lot of little things that are broken. Много маленьких всяких вещей уже там поломано. We add it up. If we fix everything on the van.
И мы уже посчитали, что если мы все там починим, it would cost about $4,000. Он будет стоить 4000. And then we could sell it for 500. А мы потом продадим за 500. I've done that a few times on cars. У меня такое несколько раз получалось. I don't know if there's a limit on how much money you can spend on one car, but it's a lot. Я не знаю, есть ли лимит на то, сколько можно потратить на одну машину, но это много. You can spend your money on things that last a lifetime. Можно потратить деньги на вещи, которые длятся всю жизнь. Now you're getting smarter. Теперь вы уже становитесь более разумными. My sister did not like high school. Моей сестре не нравилось в старшей школе. She wanted to drop out. И она хотела бросить школу. My dad said, "What do you want to do?" И папа спросил, что ты хочешь делать? She said, "I want to be a beautician." Она сказала, я хочу быть косметологом, что ли? I want to cut hair and give perms or whatever they call them. Там подстригать и так далее. She spent $800 to go to school to be a beautician. Она потратила на парикмахерскую школу $800. She opened a little shop in her bedroom. Открыла у себя в спальне прямо, открыла маленький шоп. And started getting customers. Начали приходить заказчики. She became very good. И у нее стало очень хорошо получаться это. A lot of people wanted to go to her for business. И к ней много людей стало приходить, чтобы у нее выполнять работу. And for the last 40 years, и за последние 40 лет she has made probably $50,000 a year, она зарабатывала, пожалуй, 50 тысяч в год. Doing hair. Работая с прическами людей. In her house, в своем доме. Doesn't have to go to work. Не надо идти на работу. They come to her. К ней приходят. And she works when she feels like it. И она работает, когда ей так хочется. Was that a good investment, that $800? Вот эти $800, было ли это хорошей инвестицией? Maybe you don't know what you want to do with your life. Может быть, вы не знаете, что вы хотите делать со своей жизнью. What if one of you men said, I don't know what I want to do? Братья, что если вы скажете сегодня, я не знаю, чем я хочу заниматься? Suppose you go to school to be a diesel mechanic. Возможно, вы хотите пойти выучиться на дизельного механика. You learn how to work on engines. И выучитесь, как работать с двигателями. It will probably cost you $3,000 to go to school like that. Такая школа вам обойдется примерно в $3,000. And now you can get a job. Теперь у вас может появиться работа. And make $25,000 every year, or $30,000 or $40,000. Можно 25, 30, 40 тысяч в год делать. Things you invest in your education are good investment. Вложение в образование — это хорошее вложение. A house is usually a good investment. Дом — это обычно хорошее вложение. Not always, but не всегда, но. You can invest in things that last a lifetime. Можно вкладывать в вещи, которые длятся всю жизнь. Now, if someone gave you $20 this morning, если вам сегодня утром дали $20, would you want to spend it on things that last a few hours? Вы бы захотели вложить их на несколько часов? Or things that last a few years, или в несколько лет, or things that last a lifetime. Или во всю жизнь. Suppose I gave each of you ladies $500. Теперь, сестры, предположите, что каждой из вас я дам по $500. And I said, I want you to spend it on one outfit to wear, complete outfit, purse, everything. И я вам скажу, что хочу, чтобы вы это потратили на один полностью костюм, на полный наряд. То, что можно носить. I have no idea, but is it possible to spend $500 on one outfit? Я не знаю, вообще, $500 можно потратить на один наряд? It is? Да? Then I want you to wear it for about 6 months. И затем я хочу, чтобы вы его носили 6 месяцев. Not every day. Не каждый день. But after 6 months, I want you to sell it. Но через 6 месяцев продайте его. How much can you sell that $500 outfit for? За сколько вы продаете $500 наряд? $20 at a garage sale. Right? За двадцатку на гараж-сейле. It's not a good investment. Не самое лучшее вложение. I'm not saying you shouldn't have some of those things. Я не говорю, что не надо этих вещей иметь. But don't make that the focus of your life. Но не фокусируйте свою жизнь на этом. Some people, that's all they think about. И для некоторых это только об этом они и думают. I wonder sometimes when people have 40 pairs of shoes in their closet. Иногда я удивляюсь, у человека 40 пар обуви в клозете. How many feet do you have? А сколько у вас ног? How could you possibly need 40 pairs of shoes? Как можно нуждаться в 40 парах обуви? My wife would say, "Honey, we went to the shop." Моя жена сказала бы, милый, мы же сходили в шоп. You have 68 screwdrivers. У тебя 68 отверток. Guilty. Виноват.
How much money could you spend on one house? Сколько денег потратили бы вы на дом, на один дом? Would it be possible to spend $300,000 fixing up one house? Пошло бы 300 тысяч долларов на то, чтобы исправить один дом? Probably. Наверное. You could spend a lot of money fixing up a house. На то, чтобы сделать один дом, можно потратить очень много денег. House will last you a lifetime. It's a good investment, usually. Обычно дом будет тебе служить всю жизнь, и это неплохое вложение. But there's one better than that. Но есть еще одно лучшее вложение. You can decide to invest your life in things that last forever. Примите решение вложить свою жизнь в то, что будет длиться вечность. I want to ask you just a simple question today. Один простой вопрос вам сегодня. What are you spending your life on? Вы на что тратите свою жизнь сегодня? I only have one life. У меня одна жизнь. I'll be 63 in 4 weeks. Через 4 недели мне будет 63 года. This is the oldest I have ever been. Это я самый старый, какой только я когда-либо был. I probably only have about 40 years left. Мне наверняка не больше 40 лет осталось. What am I going to spend my life on? На что я потрачу свою жизнь? You can win souls. Можно приобретать души. If you spend $20 going out, knocking on doors and witnessing to people, если вы потратите $20 на то, чтобы стучать в двери и свидетельствовать людям, and you lead someone to Jesus Christ, и приведете кого-нибудь к Иисусу, that will last forever. Это продлится всю вечность. When I was working at General Motors, я работал на General Motors. I was going to Bible college. И я ходил в библейский университет. I went to school, first shift. Я в одну смену ходил, в первую смену я ходил в школу. And went to work, second shift. А в вечернюю смену я ходил на работу. And slept in the summer to catch up. А летом высыпался. I was about to graduate from Bible college. И я уже подходил выпуск моего университета. And the general manager of the plant came out to talk to me. И генеральный начальник этого завода подошел поговорить со мной. He said, Kent, we like the way you work. Он сказал, Кент, нам нравится, как ты работаешь. We would like to send you to foreman school to be a foreman at General Motors. И мы хотим тебя отправить в профессиональную школу, чтобы ты уже был профессиональным здесь. It will pay $350 a week. И это будет тебе платить $350 в неделю. This was in 1974. Это было в 1974 году. That was really good money. Это было очень хорошие деньги. I said, let me pray about it. Я сказал, что я об этом буду молиться. I went home. Я вернулся домой. My pastor called from Bethel Baptist Church. Пастор позвонил мой из церкви. He said, Kent, we'd like you to come be the assistant pastor at the church. И говорит, Кент, мы бы хотели, чтобы ты был у нас одним из пасторов в церкви. We can pay you $100 a week. Мы будем тебе платить $100 в неделю. I had a choice to make. И вот у меня выбор. What am I living for? Для чего я живу? At General Motors, we built those trucks right there. General Motors выпускает вот такие траки. I probably helped build that one. Наверное, я этот построил. The C60 and the C65 series. C60 и C65 series. They came right down my assembly line. Это то, что у меня было на сборочной линии. Today they are rusting in a field. Сегодня они ржавеют где-то в поле. I remember the wrestling inside. Помню я эту борьбу внутри меня. As I walked around the trailer park late that night. Когда я в тот вечер пришел. I said, Lord, I don't want to build trucks. И я сказал тогда, Господи, я не хочу строить траки. I want to win souls. Я хочу приобретать души. I want to do something for your kingdom. Хочу делать что-то для твоего царства. I wrestled with that. Я с этим боролся. $350 a week was a lot of money. $350 в неделю было очень большой суммой. I went back to work the next day. На следующий день я пошел на работу. And told the general foreman, "Thank you for asking me." И сказал этому менеджеру спасибо, что вы со мной поговорили. I'm honored. Для меня это честь. But no, I'm going to go be assistant pastor. Но нет, я пойду быть пастором. He said, "How much are they going to pay you?" Он спросил, а сколько тебе будут платить? I said, $100 a week. Я сказал, 100 в неделю. He said, "You're a fool." Он говорит, ты глупый. I said, "Yes, sir, probably so." Я говорю, да. Пусть так будет. My dad and my father-in-law were both
very important people at Caterpillar Tractor Company. Мой отец и мой дед были очень большими людьми в компании Caterpillar. My wife and I had been in the Lord's ministry for about 10 years. А мы с женой уже были в служении 10 лет. The church we were going to was not doing well. Церковь, в которую мы ходили, не слишком хорошо развивалась. There's probably going to be a church split. Назревал раскол. The Baptists seem to do that all the time. Похоже, что баптисты это часто делают. My father-in-law said, I've pulled a few strings and I have you an appointment for you to get a job at Caterpillar. Would you go to the appointment? И отец говорит, я вот-вот тебе сейчас подготовлю позицию в компании Caterpillar. Пойдешь работать? I said, okay. Я сказал, окей. I went through the interview process. Я прошел процесс интервью. They said, everything is fine, you're hired. И сказали, все в порядке, ты принят. They said, go down the hall to the last room on the right. What's good? Go down the hall to the last room on the right. И сказали мне, иди по коридору в последнюю комнату направо. And pick up your safety glasses and your time card. Возьми очки безопасности и свою тайм-карту. And you can report to work Monday. И возвращайся на работу в понедельник. I walked down the hall. Я пошел по этому коридору. I walked right past that room. Я прошел ту комнату. I went and sat in my car. Сел в машину. And I cried like a baby. И плакал как ребенок. I said, Lord, I don't want to build tractors. И я сказал, Господи, не хочу строить трактора. I want to change lives. Хочу, чтобы менялись жизни. That'll last forever. Это на всю жизнь. I don't know what drives you inside. I don't know. Я не знаю, что мотивирует вас внутри. I probably will never see most of you again. Возможно, большинство из вас я никогда больше не увижу. But there's something inside of me I can't explain. Но есть что-то внутри меня, что я не могу объяснить. I want to invest my life in things that last forever. Я хочу вложить мою жизнь в то, что длится вечность. Not tractors, not cars, not clothes, not food. Ни машины, трактора, ни одежда, ни еда. We need revival. Нам нужно возрождение. And I'm an outsider to the Russian community, I know. Я знаю, что я не русский, я как бы со стороны наблюдаю за русской общественностью. But I am concerned about what I see. Но я переживаю за то, что вижу. Many of the young people growing up in America. Многие молодые люди, которые вырастают в Америке, have gotten bitten by the bug of making money. Их укусил жук, который называется зарабатывание денег. They like having the nice car. Им нравятся новые машины. And the big fancy clothes. И модные дорогие одежды. And the big house. И большой дом. That's fine. И это хорошо. You do what you want. Делайте, что хотите. That is not my goal in life. Но это не моя цель жизни. I have decided many times to invest my life in things that last forever. Уже много раз я принимал решение вкладывать жизнь в то, что длится будет всю вечность. We built right in my backyard Dinosaur Adventure Land. Прямо у меня на бэк-ярде мы построили этот Dinosaur Adventure Land. We had 100,000 people come from all over the world. У нас уже прошло 100 тысяч посетителей. Had about 1,000 people give their heart to the Lord and get saved. Примерно около 1,000 обратились ко Христу и были спасены. Bible says he that wins souls is wise. Библия говорит, что тот, кто приобретает души, мудр. I guess that would mean a person who does not win souls is. Давайте предположим, а кто не приобретает души, тот какой? What are you investing? Вы во что вкладываете? You've only got one life like I do. У вас также одна жизнь, как и у меня. I learned this years ago. Я уже год назад вот это выучил. If you invest in God's kingdom. Если ты вкладываешь в Божье Царство, then he will take care of everything else. Он позаботится обо всем остальном. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. What is it you're striving so hard to get? А над чем вы так работаете, что вы так хотите приобрести? You know, people that have
money. Do you know what they want? Люди, которые, у которых деньги есть, вы знаете, чего они хотят? More money. Больше денег. People that have a big house. А у кого большой дом? You know what they want? Знаете, чего они хотят? Bigger house. Еще больший дом. People that have a fast car. Do you know what they want? А у кого быстрая машина? Знаете, что они хотят? A faster car. Еще быстрее машину. Things on this earth will never satisfy. Земные вещи никогда не удовлетворяют. Young people, please listen carefully. Молодежь, послушайте внимательно. I was 16 before I got saved. В 16 лет я покаялся. I wish I'd gotten saved younger. Жаль, что не раньше. But that's the way it is. Ну вот как было. Some of you are much younger than that and are already Christians. И многие из вас намного моложе и уже вы христиане. If I can encourage you to not get distracted with things of the world. Позвольте поощрить вас, не отвлекайтесь мирскими вещами. And invest your life in something for the Lord's kingdom. Вкладывайте свою жизнь в то, что, что-нибудь, что есть Божье Царство. I don't know what God's calling you to do. Я не знаю, к чему Бог призывает вас. But maybe you need to get alone and talk to him about that. Но, может быть, один на один с Богом об этом вам нужно поговорить. Единственные люди, которых я встречаю во всем мире, которые по-настоящему довольны, are those who are seeking God's kingdom. Это те, которые ищут Божьего Царства. The people that are seeking things of this world, люди, которые ищут мирских вещей, are never content. Никогда не довольны. They can never quite get enough. И им никогда недостаточно. When Henry Ford made his first million dollars, когда Генри Форд заработал свой первый миллион, that was a lot of money in 1910. В 1910 году это были очень большие деньги. Someone said, Henry, what do you want now? И кто-то его спросил, Генри, чего вы хотели бы сейчас? He said, I want another one. Он говорит, хочу еще одного. What are you seeking? Чего вы ищете? I don't know you. Я вас не знаю. You have to live with yourself. Вам придется жить с самими собой. What are you investing your time and energy and money in? Во что вы вкладываете свое время, свое здоровье и свои средства? Did you know if you will spend $500, you can get a really nice set of golf clubs? Вы знаете, что за $500, например, можно купить хороший набор игры в гольф? And then if you're willing to practice for thousands and thousands of hours, и если вы хотите, ну, тысячи и тысячи часов вложить в тренировку, someday you will be able to knock a ball into a hole in the dirt. Однажды вам удастся попасть мячом, шариком в дырку в земле. And the angels rejoiced. И ангелы возрадуются. What are you doing with your life? Что вы делаете со своей жизнью? Brother, I don't leave my family and travel all the time because I like to be gone. Братья, я не уезжаю с семьи и от детей, потому что мне нравится быть где-то в стороне. I would like to see a revival. Мне хочется видеть возрождение. America is in serious trouble. В Америке серьезные проблемы. We are headed for a disaster. Мы идем к разрушению. Very soon. Очень быстрому. I feel bad for these young people. Я так плохо себя чувствую из-за этих молодых людей. У них не будет той свободы, которая была у меня, когда я вырастал. We are headed for real trouble. Мы идем прямо в проблемы. Real soon. Очень скоро. What are you going to invest your life in? Во что вы вложите свою жизнь? Jesus said the harvest is plenteous, but the laborers are few. Иисус говорит, жатвы много, а делателей мало. Can't you find something to do for the Lord with your life? Не могли бы вы что-нибудь найти, чтобы делать для Бога своей жизнью? People say, Brother Hovind, did God call you to go speak on dinosaurs? Люди меня спрашивают, брат Ховинд, а вам Бог повелел говорить о динозаврах? I don't know. Не знаю. I never got a letter or a phone call. Я не получал ни письма, ни звонка. But I saw a need. Но я видел нужду. And I'm trying to fill it. И пытаюсь ее заполнить. It brings great joy. И это такую радость приносит. What's the greatest need you can see? Какая есть самая большая нужда, которую вы видите? To have the lawn look pretty. To be with the Lord in heaven. Hmm? To be with the Lord in the heaven. I don't know. The lady said. If I could encourage you to do anything, it would be to come hit the altar and say, Lord, what do you want me to do? Я хочу вас попросить, делайте, что только можете. Может быть, сегодня вам нужно пройти вперед и помолиться, и сказать, Господи, чего ты хочешь от меня?
The ones who constantly try to be rich are the ones who get tempted, Timothy said. Те, которые постоянно пытаются обогащаться, они постоянно впадают в искушение. Так написано к Тимофею. Timothy said we should flee these things. И там написано: убегайте от этих вещей. I hope to be able to get to heaven one day and for the Father to say, well done. Я надеюсь, что когда-нибудь попадем мы на небо, и Отец мне скажет: хорошо сделано. Every one of you lives within 1 mile of somebody who's going to hell. У каждого из вас в радиусе 1 мили есть хотя бы один человек, который идет в ад. Why don't you go talk to them? Почему вам не поговорить с ними? You say, I don't want to drive them off. Вы хотите: не хочу далеко ехать. What are you going to drive them off? А не хочу отпугнуть их. От чего отпугнуть? What are you going to drive them off to? Hell number two? Куда вы их отпугнете? Ад номер два? Everyone can find something to do. Каждый что-то может найти. One man in Dallas, Texas, got excited about my videos on dinosaurs. Один человек в Техасе был в восторге от моих видеосеминаров о динозаврах. He said, "Brother Hovind, can I copy these?" И спросил меня: брат Ховен, можно мне их растиражировать? I said, "Yes, please do." Да, пожалуйста. Yes, please do. He's made 41,000 copies and passed them out. Он уже растиражировал 41,000 экземпляров и раздал их. You say, "Brother Hovind, I can't preach on dinosaurs like you do." Он говорит: брат Ховен, я не могу проповедовать о динозаврах, как вы. Okay, well then copy the tape and pass that out. Окей, откопируй, перепиши и раздавай. Find something to do. There's a war going on. Займись чем-нибудь. Война идет. If you're not going to shoot, carry bullets for the guy who will. Если не можете стрелять, так подносите патроны тому, кто стреляет. Take care of the wounded. Заботьтесь о раненых. Cook supper. Do something. Готовьте ужин. Делайте что-нибудь. I would like to see revival, brother. Братья, хотел бы я видеть возрождение. It hurts me to see what I see with the young Russian people. Мне больно от того, что я вижу, происходит с молодыми русскими людьми. You're losing something. Вы что-то теряете. I'd like to see you get it back. И хочу, чтобы вы это приобрели назад. Let's all stand. Давайте встанем.